Всем привет! Сегодня мы приготовили вот такой веселый, нарядный завтрак из сосисок и яиц. Украсили все это майонезом, кетчупом и зеленью. А для приготовления нам понадобится парочка яиц, где-то 3 штучки сосисок, соль, укроп, пара кусочков хлеба, в данном случае у меня будет батон, кетчуп, майонез, ну и немного подсолнечного масла. Нам нужно отрезать пару кусочков хлеба. Далее мы разрезаем сосиски вдоль, вот так, на 2 половинки. Теперь сделаем вот такие надрезы, где-то до серединки сосиски, на одинаковом расстоянии, чтобы было вот так. Так надрезаем все сосиски с одной стороны. Вот так. Все сосиски надрезаны. Теперь мы будем формировать цветочки. Вот самый кончик можно обрезать. Теперь я беру простые спички. Вот из одной спички у меня будут такие вот 2 закрепочки. Так вот. Теперь втыкаем сюда. И таким образом соединяем сосиску. И также здесь кончики убираем и соединяем. Таким вот образом. Такой цветок у нас получается. Лучше его сразу перенести на сковородку, потому что если он будет разваливаться, чтобы можно было его потом закрепить, чтобы не обжечься. Выложила я на сковородку наши цветочки. Кусочки, которые остались якобы лишние, тоже выложила. Они тоже нам пригодятся. Вот. Сейчас поджарим и в центр сюда будем разбивать яичко. Теперь постараемся аккуратно перевернуть, чтобы цветок не развалился. Этот развалился. Ну ничего, сейчас мы его закрепим. Теперь перевернем обратно на ту сторону, так как у нас с нижней стороны сосиска плоская, чтобы вот яйцо не растекалось, надо именно этой стороной жарить. А все, теперь главное постараться аккуратно разбить сюда яйца. Все равно потекло. Так, подсаливаем яйца. Все, ждем, пока дожарится. Вот что у меня в итоге получилось. Сейчас попробуем это все красиво оформить на тарелке. То, что вышло за пределы, можно аккуратненько срезать. Таким образом. Теперь мы красим майонезом и кетчупом. Можно придумать вот такие стебли. Листочек. Теперь сверху на эти стебли посыпать укроп. Таким образом получается у нас стебель, лепесточек зеленый. И то, что у нас осталось в сковородке, кусочки, мы сейчас это все просто хаотично разбросаем. Здесь вот у нас будет как будто бы земля, почва. Вот так. И теперь можно немного добавить кетчупа. Можно рисовать какие-нибудь завиточки. Но здесь у меня, как говорится, уже ваша фантазия. Вот такой завтрак веселый. Вот на сковородке у нас осталось еще подсолнечное масло, немножко яиц. Мы сюда кладем
наш батон и быстренько его обжарим с двух сторон. Вот обжарились хлебцы с обоих сторон. Теперь мы их выкладываем на доску. Осторожно, они очень горячие. Вот так. Небольшие кусочки порежем. Ах, какой горячий хлеб. Аромат какой от него идет. Осталось красиво выложить хлеб как-нибудь вот так, друг на дружку, чтобы он не отпотевал и становился мягким. Такой у нас завтрак с вами сегодня. Просто шикарный. Даже те, кто не любит завтракать, я думаю, не откажутся от такого завтрака. В общем, вот такая красотень у нас получилась. Так, еще раз вам покажем. И будем завтракать. Все, всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока.